Дорогие коллеги, дорогие друзья, День медицинского работника – праздник тех, кто выбрал самую гуманную и благородную профессию в мире, посвятив себя сохранению здоровья и спасению жизни людей. Повод поздравить медицинских работников есть у каждого. Самые первые руки в нашей жизни – это руки акушерки, врача, принимающего роды. Затем мы знакомимся с участковыми педиатрами, терапевтами, которые сопровождают нас всю жизнь. Задача каждого медицинского работника – направить человека на путь сохранения здоровья, сохранить жизнь. Медики оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, и всегда готовы к новым вызовам. Именно благодаря сплоченной, самоотверженной работе врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарочек в каждом, даже самом отдаленном уголке нашей страны нам удалось сдержать натиск пандемии, сохранив миллионы жизней. У нас впереди новые задачи. Необходимо сохранить здоровье тех, кто перенес COVID-19, кто в пандемию отложил плановое лечение или отложил прохождение профилактического осмотра. Популярность медицинских профессий растет. В прошлом году завершили свое обучение более 50 тысяч студентов-медиков, которые уже пополнили наши ряды. Растет конкурс на поступление в медицинские вузы. Сегодня от нас с вами ждут высочайшей компетенции и быстроты принятия решений. Поэтому необходимо постоянно получать новые знания, повышать свой профессионализм. Врач учится всю жизнь. От всей души, дорогие друзья, поздравляю с Днем медицинского работника всех, кто трудится в системе здравоохранения. Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного, конечно же, счастья, семейного благополучия. Пусть домашние всегда встречают вас с улыбкой. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, за спасение жизней, исцеление от болезней, за то, что дарите людям счастье и надежду. Будьте здоровы!